Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Самарские новости спорта покажет Самара ГИС. Вернувшись в Самару после гостевой серии матчей, мужская команда баскет-клуба «Самара» не без труда победила «Урал» из Екатеринбурга. Началось все с фиаско. Горожане с первых минут проигрывали 14 очков. И только перевалив экватор первого периода, они начали догонять соперника. А в концовке сравняли счет 18-18. Нормально временами играем, просто теряем концентрацию в один момент и перестаем играть в свой баскетбол. Поэтому начинается провал, и уже не можем восстановить игру. Во втором периоде «Самара» опять оказалась в роли догоняющей 18-23. И опять только к середине четверти ничья. Затем волжане оторвались на несколько очков вперед, но уральцы не сдавались. На большой перерыв команды ушли при счете 39-36 в пользу хозяев паркета. Каждый соперник на нас сейчас настраивается как на чемпиона. И все с нами играют с удвоенной энергией, с удвоенной силой. И половину игры у них хватало, наверное, силы, эмоций и энергии. На старте третьего периода «Урал» перехватил инициативу 41-42. Самарцы после очередной оплеухи понемногу начали набирать ход и оторвались впервые в этом матче на комфортные 12 очков 62-50. Важно разобраться, почему мы не выдерживаем в таком темпе, как начали весь матч, почему мы не можем играть более широкой ротацией. Не все игроки сегодня попали в игру. Одни выглядели неплохо, вторые, к сожалению, не смогли поддержать этот темп и не выполняли те установки, которые мы перед матчем обговорили. В последнем периоде воля к победе у гостей была окончательно сломлена. Самарцы забивали с разных позиций и дистанций. Финальная сирена зафиксировала очередную победу горожан 86-63. И волжане продолжают защищать титул чемпиона страны в роли лидера соревнований. Вторая половина показала, забили свои очки лидеры и те игроки, которые выходили со скамейки, все помогли и от этого результат нашли свою игру. Это и есть командная химия. Дай бог, что и дальше так же будет складываться, и мы будем хорошо играть. В четверг, 21 ноября, «Самара» играет на МТЛ-арене. Соперник «Руна-Баскет» из деревни Голикова Московской области. Начало в 7 вечера. Это были самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города.